к новостям спорта. Новокузнечане стали победителями и призерами всероссийских соревнований по плаванию. Чемпионат проходил в Астрахани. За медали боролись сотни спортсменов со всей России. В копилке кузбассовцев 3 медали разного достоинства. Свой вклад внесли и междуреченцы. Об успехах в спортивном обзоре. Междуреченские боксеры привезли медали с областного турнира. Соревнования прошли в Кемерове. Среди юниоров победителями стали Виктор Елисеев и Александр Романенко. Второе место у Андрея Адыякова. Еще четверо спортсменов стали третьими. Среди взрослых на первую ступень пьедестала поднялись Максим Котов и Никита Соловей. Лучшими боксерами турнира признаны междуреченцы Виктор Елисеев и Никита Соловей. Городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах собрали в городском парке 70 спортсменов спортивной школы и детско-юношеского центра. Имена победителей на экране. В Новокузнецке состоялся детский турнир по большому теннису среди спортсменов сибирских городов. Междуреченск представили 4 воспитанника секции Распадской угольной компании в категории 6-7 лет. Победительницей стала Анастасия Забияка, второе место у Ксении Трушкиной. В возрастной группе до 12 лет лучшим признан междуреченский спортсмен Макар Белов. Тренируется под руководством Галины и Якова Старостиных. А Иван Тимофеев соревновался в одиночном разряде в Новосибирске. Участники турнира – мальчики и девочки до 13 лет. Междуреченец одержал 2 победы за выход в финал над соперниками из Новокузнецка и Новосибирска. В итоге второе место.